Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 5 марта, 3 часа ночи, и мы, как всегда, собрались, чтобы увидеть, чем же нас порадует сегодня, если вдруг, конечно, порадует. И останется ли фермер? Ну, скорее всего, он улетит. Улетел. Минус фермер. У нас сегодня старый скин, предвестник, 4 сезон, такой себе. Плащ, такой себе. Скин без плаща, такой себе. Куб, если что, это мой, ребят. Плащ его. Единственное, что кайфово плаща, это его новая физика с новым этим движком. Он просто великолепен. Можно такое говнецо с ним творить. И это все. Чем он прекрасен. Кирка. Кирка хорошая. Кирка классная. 1200 стоит. Я вот не помню, мне ее дарили или я ее покупал. Но в любом случае, я ее хотел под шторма. Я ее юзаю. Кирка классная, кирка мне нравится. Все, первый слот закончен. Дальше, ребят, у нас закинули говнеца. А где говнецо? Вот оно, ребят. Это сеньор помидор за 1500 скин. Худший скин. Не, у меня два худших скинов. Это второй по худшести скин. Его опережает только петушок. Не нравится мне абсолютно. Покупал его только потому, что тогда, в далекие-далекие времена, ребят, появился первый скин, в которого было испытание. Он из магазина был. У него было испытание, чтобы получить... чтобы получить стиль. И вот только для того, чтобы посмотреть, что за испытание вообще, я и купил эту хрень. Все. Возвращать не стал, а надо было. Вернуть, конечно, надо было. Дальше. Это дельтаплан, который мне подарили. Дельтаплан классный. Дельтаплан хороший. К дельтаплану претензий 0. Единственная претензия — жрать охота, когда слетишь на нем. Это огромная претензия. Пиццерезка раз. Элитная пиццерезка 2. На этом все. Помидор, которого мы все так не любим, ребят. Вверх. Вниз. Во втором стиле. Он хоть как-то ничего. Коробка у него спицы огромная, неиграбельна, как по мне. Вот так выглядит кирка. Кирка хороша. След, мне кажется, только единственное, что и надо бы чуть-чуть подделать. Чтобы был более вот этих, может, молний, может, просто перекрасить его. А так кирка кайфучая. Убойная кирочка. Дельт. Пиццы прям реально потом сразу хочется. Чтобы до хрена сыра было. Жрекать прям охота. Да уж. Следующий слот. Еще одно говнецо, ребят. С этим я не повторил ошибку помидора. Я его вернул. Я его сдал. Я получил свои 1600 баксов обратно. Но мне его подарили. Мне кажется, меня просто покарали, чтобы он был у меня навсегда. Чтобы я его показывал каждый чё почём и отвечал на вопросы, если он тебе не нравится, почему он у тебя есть. Да. Чем он не нравится? В прицеле, когда смотрите, ребят, рука заграждает очень жестко экран. И более того, первый раз, когда выходила, вот эти штуки в прицеливании торчали. Сейчас сделали так, что они складываются, но от этого не намного лучше, поэтому скин очень неудобно. Бэкпэк. И эмоция, которая только на этом скине работает. Кирки хорошие. Киркам претензий нету. Кирки классные. Обертка, ну, средненькая. Обертка нормальная, если по цветам вас устраивает, в принципе. К обертке претензий у меня ноль. Все. Вот, оцените, о чем я говорил в плане прицела. То есть его рука, видите, весь ствол заграждает. Как по мне, обзор ужасен. Даже огроменных вот этих скинов, по-моему, обзоры то повеселее, чем у этого. А раньше, вот видите, вот эти вот шипы или что это на башке. Раньше они еще не убирались. Это был просто провал. Такая жесть. Они еще торчали. Вообще ничего видно не было. Но так вот, вот металлик, вот этот скин мне нравится. Ну, стиль мне нравится, но очень тяжело на нем играть. Как мне кажется. Эмоция его родная. И кирки.
Шкирочки кайфовые. Правая сторона. А, все, я понял, что за скин. Я сначала не вдуплился, что за скин. Как ее там? Серферша. Серферша. Нормальный скин для 1200, но меня лично он не особо заинтересовал. То есть чем-то, чтобы он меня заинтриговал, заинтересовал, не было такого, поэтому я даже не думал о его покупке. Такой, довольно простой. Что у меня еще отсюда нету? Новая обертка, очередная обертка. Некоторые обертки меняют внешний вид. У нас все обертки теперь меняют внешний вид при стрельбе. Ну давайте. Меняет цвет. Она сама плавно меняется, да? Потихоньку типа, или нет? Да, потихоньку меняется, но при стрельбе... При стрельбе, короче, это ускоряется изменение. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо, но, пожалуй, наверное... Слушайте, посмотрите, прям анимацию добавили стрельбы с перезарядкой, со всей херней. Блин, это круто. Я что-то раньше такого не замечал. Это очень круто. Прям пуляет. Питью. Это молодцы, что так сделали, конечно. Ладно. Но обертку брать не буду, ребят, хватит, наверное, у нас уже тематику. Я понял, что таких оберток будет до хрена, поэтому, пожалуй, эту обертку пропущу. Что у меня есть? Это Берди очередной раз, гольфистка, 800, простенький скин, аккуратный, все как вы любите и как не особо люблю я. Само собой, ни разу, по-моему, у нас еще не было, чтобы Берди не выходила без айрона. Ее кирка за 500, также простенькая, аккуратненькая, мне не нравится, я не играю с ней вообще. И эмоции, это легче легкого, флосс одноручный от капитана команды роботов. И вот они, ручки. Берди в прицеле. Кирка ваша любимая. Аккуратная. В целом понятно. Я думаю, все с этим скином вам. Я думаю, его больше ждет людей. И им показывать не обязательно. Так, это не круговой флосс. Нам нужен легче легкого. Кто сделал такую менюшку крутилку? За что меня так? Легче легкого. Вот они, ручки. Вот как-то так у нас, да? Да. Новости. Капитан команды роботов. И яхта. Ничего интересного. Спасибо большое за просмотр, ребят. Для тех, кто любит ПВЕ, после аутро покажу, как всегда. Что такое после аутро, ребят? Это идут такие вставочка канала. И после нее я показываю магазин ПВЕ. Так что чекайте его. Вам спасибо большое за просмотр. Не забывайте тег автора СПТ на 83. Розыгрыш на 10 тысяч рублей для вас в группе ВКонтакте. В описании под видео есть. Переходите по ссылке, участвуйте. Спасибо и до встречи на трансляции. В четверг будем выполнять у нас, как всегда, новую неделю испытаний. Будем качать боевой. Ждем испытания. Спасибо, пока. Ну, вы все прекрасно помните, ребят, если вы покупаете ламы в ПВЕ, то поддержка авторов сюда тоже распространяется, так что огромная просьба указывать тоже тег автора. Давайте смотреть, что у нас здесь. Не знаю, ребят, что вам интересно отсюда, что не интересно. Как всегда, полагаюсь на чат. Чат, наверное, как всегда, что-нибудь не то скажет. И опять вы в комменты напишите, что кто-то не показал, да? Или а то не объяснил, а то не рассказал. И, ну, это классика. Давайте. Лом, говорят. Какой-то лом.
Давайте искать лом. Что-то мне кажется, что лом вам не нужен. Лук-гейзер. Лук. Луч смерти. Все показал. Все, наверное. Наверное, все. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайкосы.